Это гауда, которую мы с вами вместе делали полтора месяца назад. И сейчас мы хотим эту гауду продегустировать. Она выдерживалась в нашей камере для выдержки сыров полтора месяца, покрытая латексом. Ну, сейчас пахнет очень вкусно под латексом. Ну что, друзья, разрежем? Неровненько, половинка получилась. Ну ладно. Ух ты, красота, божественно. Вот посмотрите, друзья, вот такая вот она на срез, то есть достаточно пористая. И как бы на мой взгляд это совершенно настоящая гауда. Вот такую вот она структуру имеет. Ну что, попробуем. С каждым разом мне все больше и больше нравятся наши результаты. Конечно, мне надо было бы нож для сыра купить. И если я уже претендую на сыровара. Да и не умею я сыр резать. Лариса делает это особенно хорошо. Как вы помните, гауду мы готовили без сливок. Я срезаю слой латекса. Тут немножко латекса прилипло. Пахнет потрясающе. Очень классный пряный запах. Такой немножко... Ну, конечно, я не сырный гурман. Немножко с горчиночкой. Великолепно. Ну, это просто великолепно. В меру соленый, в меру мягкий. Просто потрясающий сыр. Вот реально, это, наверное, один из самых лучших сыров, которые мы сварили на сегодняшний момент. Причем оторваться невозможно. Причем, друзья, он классный и как по структуре, то есть он по структуре выглядит как настоящая гауда, и по вкусу. Вот он чуть солененький, чуть островатый. Я не знаю, как получаются такие вкусовые характеристики. Видимо, это как-то работают ферменты и закваски, но сыр великолепный. Теперь мне надо покупать бутылку вина. Еще раз покажу вам эту структуру. Это просто божественно. Просто идеальная структура сыра, на мой взгляд. Вот такой вот. Ну что, друзья, гауда у нас получилась. Я очень этому рад. Очень надеюсь, что по нашему рецепту вы тоже сможете приготовить классный сыр гауда. Желаю вам искренне, чтобы у вас он получился. Надеюсь, что это видео, друзья, было для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, а мы будем снимать для вас новые видео. Всего доброго, пока!